Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Мы продолжаем строить мост. И у нас задача разгрузить материалы. Вот, собственно, этим мы сейчас и займемся. Я думаю, что так, 57% моста у нас отстроено. Стоит у нас тут эта громадина. Я пока отказываться от нее не хочу. Потому что, возможно, он нам еще пригодится. Вот. Ну, а мы сейчас будем доставлять материалы. Ну, как раз таки с помощью этого крана и будем. Потому что материалы нам нужно доставить наверх. Нам бы, конечно, и нашего бы крана хватило, но... Мы на этом поработаем, раз уж мы его взяли в аренду. Взяли мы его не просто так. Ну чё ты, где тут застрял-то? Издеваешься надо мной? Ты, блин, не можешь проехать по какой-то хрени? Так, у нас достаточно. Ладно, да, мы можем и отсюда. Нам как бы вообще на этом кране, мне кажется, вообще все равно. Дотянемся мы хоть куда. Так, а что нам нужно? Нам нужны палеты с древесиной, две штуки. Ну вот мы с них и начнем. Блин, а у него довольно-таки быстро опускается как раз-таки крюк. Ну хотя и у того крана тоже это все делается довольно-таки быстро. Блин, и стрела, по-моему, у него побыстрее выдвигается. Ну ладно, это все лирика, зато он охрененно громоздкий и не совсем удобный. Так, едем дальше. Так, раз у него так быстро опускается крюк, будем этим пользоваться, соответственно. Так, эти есть арматурная. Арматура у нас внизу, тогда берем опалубные вот эти штуки. По сути, смотри, это будут у нас все материалы, которые должны быть тут использованы.
Это будут все материалы. Ну что ж, ладно. Погнали дальше. Мы же можем посмотреть этап строительства, дорожные работы у нас далее пойдут. Блин, у нас еще бетонирование будет. Ну ты что, серьезно? Залить бетон в опалубной конструкции на площадке. А, залить, это нам нужен, нам нужна будет бетономешалка. Но она у нас, в принципе, есть. А дорожная работа, это что? Никого знает, да, что это такое? Так, ну ладно. Не забегаем тогда вперед. Сегодня должны мост мы достроить. Да, этот кран пошустрее, конечно, будет. Прям он очень-очень быстро работает. Блин, это строительство, да, получается, как бы мы все время были на одном участке, ну и что-то там копошились, там то-то. Тут смотри, тут то наверх, то еще куда-то. Надо материалы, блин, ну да, тут уже и техника разная, соответственно, нужна для этого. Ну а тут еще хрен подъедешь туда, куда тебе надо. Так, залить бетон. Блин, площадь придется все равно заливать. А тут у нас пробочка. Так, а мы можем сесть в машину? Не можем, да, но мы можем просто вот так типа бы сделать быстрое перемещение, чтобы нам внизу оказаться, да, внизу, ну, почти. Надеюсь, с той стороны заливать бетоном ничего не придется. А
вдруг тоже придется. Ну, блин. Ну, поехали, чё. Я так думаю, что этот маны и прицеп нам больше уже не понадобится. Вряд ли мы что-то будем перевозить. Хотя, блин, сейчас скажут какие-нибудь спецдетали для моста. Так, ну ладно, пусть тогда стоит пока. Так, дядя, ты зря, конечно, сюда вот так подъехал. Ты же видишь, что стройка идет, или ты немножко туповат? Ну, ты, видимо, не немножко туповат, потому что тут, в принципе, проехать можно. Да-да-да, можно. Блин, сейчас у нас опять беда начнется. С этой заливкой, как я ее ненавижу, а. Что-то мне кажется, тут вообще... Подожди, у меня есть бетон-мешалка, да? Так, а я могу так заливать, зачем мне... Ой, ну-ка назад уйди-ка. Я не буду через эту штуку заливать, я буду заливать вот так. Сейчас я тебе покажу как. Будет считаться интересно или нет? Там было написано, что нужна бетономешалка, а не этот самый. А не насос бетонный вот этот вот. У нас заполнено? У нас заполнено наполовину. Хорошо. А он не включается. Нам, наверное, нужно наливание сначала включить, а потом включить вот эту штуку, да? Ну да. Блин, конечно, так лить-то. Я же по этому бетону еще и катаюсь, понял? Да ты офигел, слышь, алло, 18 тысяч стоит, блин. Не, выключай, выключай наливание, нам не надо. Да ты куда льешь? Блин, я думаю, ну ладно, все. Так, где у нас еще что нужно заливать? На той стороне, что ли? Ну, видимо, да. Ладно, погнали на ту сторону. Я так и думал, что придется еще на той стороне делать. Ну да, вон она, да, секция, которую нужно будет залить. Ну, окей. Как только мне туда попасть. Заливаем мы тут что-нибудь или нет? Блин, нет. А нет, вот же заливаем. Да-да-да, все, я понял. Через этот же мост мы валим.
Нифига, три машины, блин, уходит на заливочку. По 20 тысяч, грубо говоря, каждая. 60 штук только на бетон. Люди, вам же было объявление по радио, что мост будет перекрыт. Автодорога будет перекрыта. Вы какого хрена? Вася, не горцуй. Так, делаем пусто, делаем заполнение, включаем наливание и погнали. Так, машина пуста, хорошо. Так, заполняем. Наливание. Тут есть какой-то удлинитель, короче. Ну, видимо, мы можем им пользоваться. Так, очистить отмеченную область, понятно. И еще 172 тысячи дали. Блин, почти что 2 ляма уже. Построить дорогу. Засыпать асфальт. Я понял. И уплотнить. Хорошо. Так, давай тогда мы его здесь оставим. Ну, блин, уже точно он нам, наверное, не пригодится. Да не, наверное, сто пудов. Так, экран сейчас дадим тогда тоже. Так, поехали. Компания «Автопарк». У нас получается один кран в аренде. Это вот этот вот. Мы его возвращаем. 3000 мы за него платим. Так, вот этот кран мы отправляем на склад. Забираем тут же. Бетономешалка, опять же. Ну, давай отправим на склад. Она нам тоже будет уже не нужна. Самосвал мы сядем сейчас. Отправляем прицеп на склад, забираем. Тягач на склад, забираем. Так, что там у нас еще стоит? У нас есть уплотнитель грунта и все. Нам нужно в магаз. Получается, купить уплотнитель теперь еще и для асфальта нам нужен.
Засыпать асфальт. А где мы должны взять асфальт? Кто мне скажет? Ну-ка стоять. А, это пусто, да? Допустим, ладно. А асфальт мы в чем перевозим вообще? Я понял, блин. Короче, валим в магазин. Но там есть, по-моему, специальная техника, которая именно с асфальтом работает. Так, все, быстрое перемещение. Нам придется покупать еще 2 единицы техники. Блин, зачем на машине переместился, дядька? Ладно. Бывает. Так, а ну-ка смотрим. Смотри, что у нас тут есть. А, бетономешалки, это, блин, все понятно. Так, валим дальше. Где-то есть хренотень машина, которая возит асфальт. Ну, для начала, да? Так, это у нас уплотнители грунта. У нас есть асфальтоукладчик. Да, нам нужен асфальтоукладчик. Слушай, а мы его разве не покупали? По-моему, нет, да? Ну, блин, хера себе, он 300 штук стоит. Вот стоит 300 штук. Вот такой машиной мы еще не пользовались. Ну, арендовать я ее не буду. Я ее куплю. Потому что арендовать я не люблю. Техника должна быть вся моя. 300. Да и фиг с ним 300. Мы же работаем, деньги, блин, зарабатываем. Так, и нам нужен уплотнитель для асфальта. Этот стоит 79. А, мне тут все по 79. Кроме вот этого, да? А, этот тоже 79. Вот маленький. Вот этот, по-моему, пошире. Это тоже маленький. Значит, берем вот. А, погоди, есть с крышей. Ну, тоже, мне кажется, у него колеса такие меньшие. Вот этот шире, нет? Какая разница, мы летом работаем, этот покупаем и все. Нет, нет, продать-то можно всегда. А есть еще автомобиль, который перевозит асфальт. По идее, мы должны на нем приехать, вот сюда засыпать. Блин, сделать по фэншую. Блин, по фэншую, да? Давай по фэншую делать. Можно, конечно, автоматом засыпаться, но... Понятно, что по фэншую интереснее, когда ты играешь с кем-то. Ну-ка, подожди, давай еще раз посмотрим. У нас должен быть автомобиль, который типа перевозит асфальт. Или я ошибаюсь? У меня здесь таких автомобилей нету. Слушай, ну ж, блин, не вижу. Вот, пошли трактора, экскаваторы. Слушай, ну, по-моему, был такой, я его вроде бы даже видел. Есть самосвалы, да? Вот, самосвал с асфальтом. А, ну это вот такой вот возит. Эх. Вот, видишь, типа...
Тут просто сыпучие грузы получаются, а тут именно для асфальта. А, вот, еще есть ман с асфальтом. Ну, блин, это неинтересно. Лучше мак. Ну, а где им загружаться, я вот, если честно, не помню. Но мы его купим. Блин, мы сейчас все, что заработали, все про этого. А куда нам его поставили? Эй, алло. Ага, я понял. Нифига себе, я думал, магазин кидалово. Ах ты какой, тут у нас маг. Блин, прикольно. Ну, нам надо за асфальтом ехать куда-то. Это явно не здесь. Так, это явно не здесь. Строительный двор, это тоже явно не здесь. А ну-ка, вот здесь мы можем асфальт. Вот это гравийно-сортировочный. На заводе можно купить такие сыпучие материалы, как грунт, гравий и песок. А также бетон и свежий асфальт. Так, ну все, собственно, едем тогда за асфальтом. Блин, где фары мои? Почему фары? Опа, блин, фары не горят. Время 19 часов вечера. Я нажимаю, он не работает. Ай, блядь, Вася, ты что творишь? Это потому что фар нету. Нормально прет. Откуда вылазит? Вася не готов сегодня нормально работать. Он, наверное, был вчера где-то на дне рождения у Петрухи. И он сегодня немножко не в состоянии рулить. Наш Васек. Примерно вот так же у него башка трясется сейчас, как у игрушки. А руки, походу, перестали трястись минут 5 назад только. Вася вообще не справляется с управлением. Но Васе поставлена задача, блин, привезти асфальт. Подожди, они же сюда не сворачивают вроде как. Они же тут разворачиваются. Какого хрена он сюда поехал? Ладно. Вася, сегодня все прощаем. Так, у нас где-то здесь должен быть асфальт. Вот это оно или это не оно? А мы же должны еще как-то открыть эти штуки. Так.
Извлечение не идет. Это, наверное, не асфальт. Нет, это асфальт. Блин, смотри, довольно-таки много загружает. Все, полна коробочка. Есть такое дело, и, соответственно, фигачим сразу на... Ой. Так, только асфальт-то мы будем делать не здесь, а там. Блин, ну я надеюсь, что мы сейчас за полчасика как раз таки все сделаем. Надеюсь, но не факт. Так, ну мы, короче, один раз наполнимся, как положено, типа с машины. Просто это же механики игры получается. О, я хочу их показать, что можно именно вот так это делать, особенно когда ты играешь с кем-то. Вот, а дальше, естественно, когда мы полосу первого асфальта положим, ну как бы выкаблучиваться там, крутиться, опять подъезжать, заполнять, в общем, не буду. Сейчас еще на этой хрени. Так, свет есть. Я имею в виду, что мы-то переместимся. Ну, блин, он видишь, куда перемещает нас. Под мост. А нам надо на мост. А эта штука быстро ездит или нет? Она гусеничная еще, да? Да, быстро она не ездит, к сожалению. Ну что поделать? Ну, блин, 700 тысяч всего получим. Я не знаю, сможем ли мы там 2 ляма дотянуть. Нет. Потому что сейчас еще будут расходы у нас, блин, на асфальт. Я, конечно, не думаю, что это будет 200 штук, но... Хотя тут такие ценники на стройматериалы. Я надеюсь, что он сможет заехать вверх. А не придется мне его цеплять на трал и завозить. Да не, заезжает нормально.
Так, ну все, теперь нам нужно загрузить его асфальтом, собственно. А мы сможем это сделать? По идее, должны. Блин, он не может ровно, блин, встать. Ну-ка, стой. Он должен его, по идее, загружать. Пусто. Погоди. Слушай, а он не может. А, ну-ка, стой, закрой. Вот так. Во. Вот теперь скажи мне, ты просто... А, нет, ты не пустой. Ты хочешь сказать, что ты его полный загрузил? Ну ладно. Проверим. Так, ну, в общем, ты понял, да, какая механика присутствует здесь. Блин, он не полный. Ну ладно, не полный, не полный. Видимо, надо было, может, там немножечко подъехать, отъехать. Так, мы где здесь доложим асфальт, получается. А что у нас с фарами? А, тут выключить все. Как бы да, огонек нам этот много не даст. Ну ладно, хорошо, погнали. Тут нам надо как-то, во-первых, расширить эти штуки. Блин, давай смотреть подсказку. А, space функция. Повернуть гусеницы, гусеницы, это все понятно. Слушай, ну что-то это какая-то фигня. А, возможно, делается через контекстное, да, меню, через вот эту эфочку. А, блин. Вот, да. Раздвигаем. Так, сейчас подстроишь. Так, подстроились и теперь начинаем.
асфальтирование. Блин, съехал немного. Вот здесь дофига оставляет. Стой. Все равно собака оставляет. Вот так вот ровненько пойдем. Ну-ка, за один проход сколько мы сделаем? 40%? Блин, даже сделаем 50. Да? Да-да-да. Это очень хорошо, что в игре вот так вот сделано, что тут я не должен сейчас тут... Блин, прикинь, всю площадь бы мне сказали, давай заделывай. Да я бы офигел. Поехали дальше. Машина пуста. Заполнение. Десятку стоит заполнить полностью, да? Чурманы там это разгребут потом, короче, этот асфальт, чтоб не было косяков вот таких. Здесь у меня вот вообще прям ровненько лег, смотри. Так, ну и все, что, осталось нам его уплотнить. Ага, так, пусто. 2,5. Я думаю, что можно... Эти машины отправлять уже на базу. Вряд ли мы еще где-то будем выкладывать асфальт. Так, давай смотреть, что у нас. Так, вот это.
А я в ней сижу, да? Ну, конечно, я же молодец. Хорошо, где машина с асфальтом? Так, отправляем тоже сразу, блин. Ну, потом путаешься в этих автомобилях. Где он у нас? Ага, вот он. Все. А мы теперь идем. Асфальта укладчик уплотнитель, да? Мы окажемся сейчас возле магазина. Соответственно, быстро перемещаемся на стройку. Сейчас опять переместят нас не туда, куда надо. Но мы люди не гордые, но можем и доехать. Ну смотри, как в горку прет 8 километров в час. Вот это я, конечно, считаю в игре такой небольшой недочетик. Жить он не мешает, конечно, но потеря времени как ни крути есть. Потому что, блин, ну переместите туда, где я работаю. Зачем вы меня, блин, перемещаете непонятно куда? Здесь я уже все закончил, нет? Ну ладно. Это небольшой недочет. Видосик, если можно так сказать, из кабины. Но должны мы сегодня мост этот уже сдать. Так, 4:50 утра. Ну, как раз таки нормально будет уплотнять. Видно, где катать. Да ты заколебал, что обоими колесами мне надо сюда приехать. Блин, смотри, а он и тут по асфальту прям прет так нормальненько. Не так быстро, конечно, как с укладкой. Но все равно. Что у нас одна полоса процентов 15 получится, я думаю. Даже больше.
Ну что завилял, Вася? Не, Вася сегодня не работник. Вася, блин, всю ночь гулял, прикинь, вот тут как еще сейчас на этой штуке. Колбасит, потряхивает. Вася-то самого трясет. Может, это из-за Васи все так трясется? Вася там, наверное, сидит и проклинает вчерашнюю гулянку, думает, ну его нафиг, чтоб я еще раз перед работой. Да никогда. Давай, давай, Вась, чуть-чуть осталось. Я Васе говорил, не бухай перед работой. Ну, Вася же не слушается. Ну что, половину укатали. Осталось немного. Так, если Вася все сделает отличненько, я ему дам отгул. Блин, не совсем ровно, конечно. Самое интересное, что вон там вот еще какой-то завод, ну, который, как ты видишь, если на карту глянешь, закрыт знаком вопроса. И, блин, хоть пешком туда беги, открывай его. Хочется узнать, что там. Но там должно быть что-то интересное. Но это надо как-то туда нам под мост на развязку. Как-то туда проехать, короче.
Я думаю, что мы в сегодняшней серии посмотрим, что там. Я думаю, не пора ли нам купить машину, уже личную, скажем так, машина начальника будет. А с другой стороны, когда мы мост достроим, возможно, здесь тоже вниз появится съезд, может и нет. Ну ладно, посмотрим, но мы сегодня должны посмотреть, что это за предприятие такое интересное. Рядом с нами мы работаем тут уже не первый день, мы даже не знаем, что это, блин, непорядок. Бля, мне интересно, кто-нибудь работал на такой технике, ну вот там кто-то может, кто смотрит канал, наверное, может где-нибудь работает, ну вот там по строительству дорог, там туда-сюда, мне там, наверное, кажется, блин, на этой штуке едешь, мало того, что тебя трясет, то там, наверное, еще охренеть как жарко, плюс ты едешь медленно и все это однообразно, как вообще не заснуть? Наушники в уши и погромче, и погнали катать. Представь, вот так вот целый день, да, это, ну, просто мы тут какой-то кусок моста, там, грубо говоря, строим, а, блин, на самом-то деле это же все не так происходит. Там полотна-то закатывают и не такие. Плюс еще же это все шумит, ну, блин, мне кажется, это очень тяжелая работа вот такая, да, кто занимается строительством там автодорог, там мостов, там. Не просто так, пришел такой, сел и катайся, типа, весь день кайфуй. Кажется, ты потом домой такой уставший приходишь, просто охренеть можно. Так, какая у нас широкая полоса? Вот это, да? Мы пойдем по ней сейчас, по широкой полосе. Чтобы нам быстрее процентики собрать. Не надо ругаться на мой глазомер, просто я уже спешу, уже хочется доделать. Понятно, что можно заморочиться и делать по фэншую все прям четненько. Так, наукатали полосу, освобождаем. Ну, звуки в игре хорошие, смотри, он прям вон тот же, вот, кто рядышком даже, допустим, стоял с такой техникой, ну или проезжал, допустим, где-то там дорога строится. На своем дом автомобиле. Он прям реально вот такой вот, вот этот металлический звук там присутствует. Так, очистите стройплощадку. Хорошо. Поговорить с инвестором. Слушай, ну 2 миллиона мы не получили. Ну не получилось у нас 2 миллиона. Так, а где у нас инвестор?
Ну, блин, у нас, считай, техника приобреталась, да? Причем... Что-то там очень дорого, по-моему, стоило, насколько я помню. Давай, 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 закатывай. А то сейчас ты, блин, соберешь пробку. Так, с инвестором мы сейчас поговорим. Но сначала мы отправим технику на базу. А у нас их тут две. А кто у нас тут стоит? У нас какая-то техника не на базе. Так, ну ладно. Не на базе, так и не на базе. Я думаю, мы ее найдем потом. Все равно, как ни крути. 13 автомобилей стоит у нас сейчас. Так что я думаю, что в принципе она, наверное, вся там. Ладно, пойдем к инвестору. Сходим до него пешочком. Вон он стоит недалеко отсюда. Надеюсь, инвестор доволен. Я так волнуюсь, честное слово. Наши быстрые и эффективные действия произвели впечатление на городской совет, и кроме того, теперь жители города не будут торчать в пробках по утрам. Это непременно пойдет на пользу моему имиджу. Интересно, что будет дальше? Посмотрим. Так, ну ладно, у нас. Блин, ну как я и сказал, что нам нужно в этой миссии все-таки попробовать заглянуть вот туда, на предприятие. Сейчас мы как-нибудь пешком, блин, сбегаем. Я не хочу уже брать машину какую-нибудь, но открыть его нужно. Мы должны знать, что там. Что ты, блин, запыхался, дядька? Так, здесь мы никак, да, не пройдем. Нам на мост надо. Ну ладно, хорошо, погнали. А мы и здесь на мост, да, не поднимемся. Ну, блин. Или поднимемся. Так, а у нас вот предприятие, нам не надо на мост. Так, а это гравийный сортировочный завод. Так а смысл нам от него? У нас же есть уже один гравийный. Это просто второй, чтобы далеко не ездить. Блин, я-то думал, будет что-то новое. Ну ладно. Ну ладно, что ж теперь. Так, ну что, заканчиваем на этот ролик. Мост отстроили. И смотрим, что у нас по задачам. Смотри, компании. Мы, в принципе... Так, мы его весь выполнили? Да, все, он у нас полностью готов. Весь. То есть этот инвестор у нас закрыт. Все контракты сделаны. Возобновляемая энергия.
Помогите работнику, отвечающему за охрану окружающей среды, сознать возобновляемые источники энергии и другие важные для экологии объекты. И все снова смогут дышать полной грудью. Есть транспортная сеть и культурное наследие. Так, ну давай посмотрим, что у нас здесь. Слушай, братан, ну ты мало платишь. 6 этапов строительства, строительства и всего 242 тысячи, блин, парка. А, блин, зачем ты вышел? Так, ну-ка, стой. А есть новые, может, контракты какие? Смотри, вот 6 этапов строительства, пляжный павильон, да, дают 500 000. Блин, а тут за стоянку, блин, опять же 6 этапов, всего 175. Дорога живой, ох ты, нифига себе, тут дорога в жилом комплексе, и дают, такая, смотри. Перевозка заполнителя. Это мини-работа за 16 тысяч. Ну, понятно. Так, а мы можем вот этот посмотреть? А здесь мы не можем посмотреть. Подъездная дорога. Биогазовый комплекс. Парк ветротурбин. Ну, допустим. Так, что у этого? Лесная тропа. Нужно срочно добыть огромную... клад в местном лесу, но сначала проложить туда мощенную дорогу. Далее у нас идет тяжелая техника, да, раскопки в старом монастыре почти завершены. Затем находки можно будет перевести в музей по лесной дороге. Тут, блин, все, 4 контрактика всего. 4 этапа строительства. Настрой площадки, найдены останки рыцаря. Когда драгоценные артефакты будут извлечены, продолжайте строительные работы. И пристройка. В историческом музее не хватает места для находок. Ему нужна современная пристройка. Так, понятно с этим. Тут транспортная сеть. Слушай, ну тут будет конкретно, да. Пристройка к вокзалу, сервисная зона, противошумовой барьер. И объездная дорога. Я даже не знаю, кого нам начать. Кто поинтереснее будет. Давай попробуем, может, за вот этого поиграем, чувачка. Так, навыки. Во, вместимость асфальт. Пусть будет так. Здесь у нас смол, все, минимум у нас получается, блин, вот это дичь, конечно. Так, кредит мне не нужен, механик у меня разблокирован. Бригадира можно взять, ну, блин, нам он не нужен, потому что, ну, что, наша компания может делать 2 контракта одновременно. Ну, я-то один, я не... делать 2 контракта одновременно. А у нас, по сути, нам осталось выполнить заправки и ремонт. И мы сможем вот тогда вот сюда перейти. Да, и мы тогда сможем перейти вот сюда. Ну, короче, вот, это будет уже цель, наверное, да? Поэтому нам осталось позаправляться. Не знаю, может, за кадром покатаюсь, позаправляюсь. Вряд ли кому-то интересно будет, как техника ездит просто на заправке. Я еще, тем более, там, скорее всего, каким-нибудь быстрым перемещением буду это делать. Ну, вот эта хрень, конечно, мне не нравится, блин. Вот, ладно, заканчиваю на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.